Приветствую тебя, дорогой подписчик. Ты снова на канале FrontBet. У меня для вас мнение на чемпионат Испании, друзья мои. Мнение на чемпионат Испании 4 ноября встречается Жирона с Атлетик Бильбао. При регистрации по промокоду FrontBet вы получаете до 10 400 рублей на первый бонусный депозит. Также отличная мощная БК 1Win, которая утраивает ваш первый депозит по нашему промокоду, специально для вас выбитому мною лично от этой БК для своих подписчиков WinFB. Промокоды, все ссылочки рабочие найдете в описании под этим видео и в закрепленном комментарии. Пока эти две недели будем играть на вот этих двух классных, сочных, красочных. Скачивайте приложение, все удобно, все быстро, куча всяких событий, угловые, тоталы, нуту, интервальные, там фолы, не фолы, ну все есть. БК Малбет Офшор, и он идет и для России, и для стран СНГ, и для всех. И классная, крутая, мощная, обязательно зарегистрируйтесь по промокоду WinFB, БК 1 Win. Поехали дальше. Друзья мои, кто еще не подписан на наш телеграм-канал, ссылочка в описании под этим видео, каждый может зайти и присоединиться к тем, кто с утра до вечера ловит серии побед в лайве по линии. Вчера мы брали победу Милана, уверенно, крупно грузили. Милан одержал победу со счетом 4-0, можно было брать и фору минусовую, но не стали жадничать, так сказать. В общем, ссылочка на телегу в описании под этим видео, залетайте. Все там для вас абсолютно бесплатно. По поводу матчика Жирона Атлетик Бильбао, завышены коэффициенты на Атлетик Бильбао, хотя я его представляю здесь явным фаворитом. В принципе, если не смотреть на последние игры Жироны, что она забивает, да, неплохо, так сказать. Но я думаю, Атлетик Бильбао не тот соперник для Жироны, у которой она могла бы забрать 3 очка. Я не буду заходить на чистую победу Атлетик Бильбао. Я здесь зашел. Максимум в очных встречах у них было 3 гола со счетом 1-2. Атлетик Бильбао, по-моему, в крайней очной встрече я держал победу над Жироной. Ну, не думаю, что здесь может быть 4 гола в этом матче. Конечно же, на тотал меньше 4, очень маленький коэффициентик, поэтому я решил зайти результат плюс тотал. И в итоге моя ставочка получилась такой. Звучит она следующим образом. Атлетик Бильбао, вторая команда, не проиграет, и тотал матча меньше 3,5. Предлагают нам сочненько 1,74. Согласен со мной, поставь лайк, не забудь подписаться на телегу и в закрепленном посте в сообщении заберите бонусы от всех трех лучших контор на сегодняшний день, которые я лично вам советую. Друзья мои, оставайтесь с нами, смотрите еще один прогнозик на чемпионат Италии Удинеза Лечи на нашем втором канале по ссылочке в описании под этим видео. И помните, что ставки — это всего лишь игра. Играйте с головой.